Кит. Пойдем, Артур. Пойдем. Ты пухой. А? Еще болею. Вообще, они все поймали, прикинь, кроме нас. Ага. То еще псих что-то показывает рукой. Да псих говорит. Ну кто вообще? Мы же не знаем. Я на вас говорю, не на тебя именно. На нас это не надо обобщать, пожалуйста. Почему? Не надо. Если потерпевший прямо указывает на вас, как нельзя. Я что ли его бил? Ну, сейчас я разберемся, говорю же. Для этого есть опорный пункт участка. Да, да, я понимаю, давайте. Мы ездили по вызову 102. Потерпевший вот мужчина к нам обратился.
Я никого не избивал. И можете снимать отпечатки пальцев. У нас на видео все заснято, ага. Если что, молодой человек, как вас по имени величать? Бей, давай. Можно ваше имя? Да, представьте, можно вам представить? Представьтесь, пожалуйста, ребят. Я за рулем, я пакет представлю. Ну, имя скажите хотя бы. Противозаконные действия, ребят, совершайте сейчас. Но это противозаконные действия, ребят. Мы блогеры, мы снимаем пранки, видосы всякие, это не противозаконно. Да, я вас предупреждаю, что я снимаю вас на видеофиксацию. Это просто хаос, афера, аферизм. Нет, а за что вы там подрались, бегали? Ну давайте удались, снимайте отпечатки пальцев. Не, а почему тогда вот такая ситуация сложилась? Давайте, я выйду сразу. Объясни. Потом объясню. Вот, ребят, привезли в опорный пункт. Ну, на... Сломай. Вот меня тоже. И вот... Чит. Пойдем. Снимаешь? Сейчас. Дайте это. Свет? Свет дайте, пожалуйста. Я побежал тогда за вами, у меня нога болела же. Я не мог залезть, короче. И ты я, не короче, мог на запах. Да, я, короче, просто снял кофту, кепку, просто вот так ушел. Этот долбоеб Саня, короче, взял, бортнул меня, убежал, короче. Я, короче, вот так просто сел, а там, короче, человек пришел, начал мне руки, короче, там крутить, ебать. Какой уже. Человек? Который с ментами был, боже. И мент, короче. Псих, да, какой? Да. И ребята, короче, вот такая хуйня вот. Че, ебать? Че такое? Это менты тебе сделали? Да. Че у тебя с рукой, ебать? Не знаю. Сломал, что ли, нахуй? Ну, ладно, говори дальше, потом. Ладно, вот. Потом мы поехали. Кто поехал в участок? Мы все поехали в участок. Их тогда забрали, как в тот момент. Потом меня забрали. Саня убежал. Потом мы поехали. Потом я говорю, так и так, мы снимаем видосы для прикола. Не, для кто брата. Был в участке? Скажи, имя там скажи. Кто был? Ну, брали и не представился один человек. Нет, в участке. Из вот пацанов наших. Крейн был. Я был. Илья был. И этот я. Был. Стоп. И Сага. Все. Сага. А Саша убежал. И мы сказали, да? Что а это Саша просто ушел? Мы блогеры, мы его снимаем видео, они нас посылают. Смотри, его споймали там, его споймали. Я чуть не ебал его нахуй. Вася в пранк пошел не по плану. Ребята, мы просто снимали реакцию людей, и тут на нас мужики напали. Вася, что скажешь? Что сказать? Я не понимаю этот прикол. Это вообще у нас? Ничего не понятно, да? Пошли спасем в пизду. Какое имеет право? Кто, Это, знаете, в полицию пойдет то, что вы снимаете. Шагай нахуй, я понял. Сака, вырывайся и все. Шагай нахуй.